Меня зовут Саватеева Татьяна. Я наблюдалась у врача-хирурга Федорова. Почему вы решили повернуть к операции? Ну, потому что в связи с тем, что начались возрастные изменения позже, и мне не нравился мой взгляд. Поэтому решила сделать операцию. Какой аспект был решающим при выборе доктора? Скорее всего, отзывы, которые я почитала про врача, и также плюс на форуме многие женщины очень хорошо отзывались о враче ВКонтакте. Как вы оцениваете связь с Алексеем во время, до, после операции? Очень положительно. Доктор очень хорошо помогал, все подробно объяснил, и было очень приятно то, что он так заботится. Как проходила ваша реабилитация? Все прошло замечательно, не было никаких либо проблем, боли не было, все быстро, в принципе, зажило. То есть ничто вас не беспокоило, не болело? Нет, все... ничего абсолютно. Довольны ли вы результатом? Да, действительно очень довольна, и все мои окружения, все вот друзья, все тоже говорят, что прям очень замечательно, такой взгляд стал очень открытый и красивый. Да, я довольна. Сами, когда смотрите в зеркало, какую эмоцию испытываете теперь? Наверное, самая такая – это радость. Есть что-то конкретное, что вам понравилось в работе с Алексеем? То, что он очень доброжелателен и внимателен к пациенту. Вот это самое такое было. Порекомендовали бы вы его своим друзьям? Да, конечно, обязательно. Меня уже спрашивали, у кого я делала. Я сказала, и да, они тоже очень заинтересовались этим вопросом. Теперь давайте на секундочку представим, что это видео смотрит девушка, которая решается на операцию. И вы, как человек, который уже прошли через это, какое напутствие могли бы вот дать? В первую очередь, конечно, я могу дать напутствие, что, во-первых, не бояться этого, что если решилась, то нужно обязательно сделать, потому что я сейчас, на самом деле, жалею, что не сделала этого раньше. Да, и это действительно помогает в себе какую-то уверенность. Поэтому, да, нужно делать. Я думаю так, поэтому сомнений не должно быть. Ну, то есть в повседневной жизни вы как бы поувереннее начали? Да, действительно, да. Так оно и есть. И, конечно же, я бы, естественно, порекомендовала бы данного врача.